Всем привет, ребята, с вами компания Autodesk. Мы приобрели вот такой вот крутой автомобиль для нашего клиента. Это реалитетный Chevrolet C10 1970 года. Эти модели выпускались с 1960-х годов и до 90-х. Этот автомобиль очень уникален, приобретался он прямиком в США, доставлялся нами. Автомобиль приобрели в идеальном состоянии. Он приобретался у кастомной компании, которая занимается восстановлением как раз таких ретро-каров. Сейчас мы его заведем, покатаемся на нем. Полностью был восстановлен, то есть он прокрашен полностью заново, на нем нет никаких дефектов. Есть вот такой вот интересный шильдик кастом. То есть это означает, что эта машина кастомная. И такие машины часто покупались и использовались гражданскими людьми за счет их мощности. Машина восстановлена полностью как снаружи, так и изнутри. То есть да, здесь есть немножко обновленные приборы, то есть здесь есть электронные показатели, как пробег и так далее. Даже есть мультимедиа небольшая. Но все придержано в стилистике тех годов. То есть автомобиль не испортили совершенно ничем. Он смотрится очень лаконично. То есть каждый элемент здесь продуман. Машина на крутых, очень 20-х дисках. Диски сами по себе, наверное, стоят какой-то космос. Я вам не могу даже сказать цену таких дисков, потому что это оригинал. Это известная американская фирма. Вот. Естественно, это американский V8 с хорошим запасом мощности. Двигатель абсолютно новый от компании Chevrolet, который обладает очень хорошей тягой. Напомню, уже говорил о том, что седаны тогда выпускать такие мощные нельзя было, все переключились на пикапы. На пикапы ограничений никаких не было. Оттуда они и появились, все вот эти американские истории про мощные пикапы, которые были, ну, просто нереальные, потомки маленьких TRX-ов. Вот отсюда они и пошли. Ребят, ну никаких кондиционеров в таких годах не шло, и колхозить сюда его, думаю, было бы как-то неуместно, поэтому откроем окна, поедемся немножко. Конечно, она сразу тебя берет сразу же таким звуком. Что самое крутое, ребята, полноценный автомат. То есть на тачке таких годов, на пикапе, были уже автомат. Те, которые рядом видят такую тачку, обращают внимание. Она вызывает очень восторг большой. Это лучший ретро-кар, который я когда-либо видел. Никакой спорткар не вызывает столько внимания, как такая тачка. Напомню, что такие машины редко кто привозит. Мы такой автомобиль привезли, насколько знаю, на территории СНГ таких нет. То есть их нет ни на каких площадках, возможно, каких-то коллекционеров, которые об этом не оглашают. Может быть, есть подобный автомобиль, я думаю, вряд ли в таком состоянии, восстановленный в идеал. То есть такой автомобиль единственный, и привезли его мы. А с учетом того, что у нас сейчас начала функционировать очень круто авиадоставка, такую машину можно вам доставить и растаможить чуть ли не за 2 недели. Поэтому, кто хочет себе редкий, крутой и хороший автомобиль, обращайтесь. Так что, ребята, ну давайте подведем итоги. Тачка очень улетная. То есть, такая такую для нас, для самих, очень интересно, потому что вот, это настоящая Америка. Да, пикапы могут быть разные, это может быть TRX, машину можно вам привезти питую, целую, сейчас вариаций просто масса. Ее можем мы пригнать с Европы, можем пригнать вам с Эмиратов, можем пригнать с Америки и целую, и питую машину восстановить, или же пригнать что-то уже восстановленное в таком крутом состоянии, потому что вот такие машины сейчас исчисляются единицами. Этот автомобиль будет только расти в цене, повышаться, потому что их по факту нигде больше нет. Они будут только уходить, пропадать и расти в цене. Пассаткаров очень много. В
всем, кому интересно, мы можем дать вам подробную консультацию по, именно по таким автомобилям, которые мы покупали у компании, которая занимается именно ретро-тачками, восстанавливает их очень хорошо и может подобрать вам любой автомобиль, любой сложности. Пишите нам.